You call me a sinner, I call myself a saint. Привет, мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я хочу показать вам свои покупочки с сайта Shein. Тем, кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Сегодня я получила классный заказ, саму распаковку по ссылке в уголочке где-нибудь вставлю. Конечно же, очень важно, в каком виде приходят те товары, которые вы заказываете на сайте. Для тех девчонок, кто впервые, может быть, смотрит мои видео, я хочу сказать о том, что с сайтом Shein я уже сотрудничаю давно. Я заказываю вещи на этом сайте уже больше 2 лет, и ни разу этот сайт меня не подводил. Для тех, может быть, кто впервые об этом сайте слышит и не знает еще, где можно заказать классные вещицы, ссылку оставлю в описании под видео. Те вещи, которые я хочу вам показать, конечно же, я сделаю на них полный обзор, честный обзор, скажу вам, что мне понравилось, что не понравилось, какие-то, может быть, недочеты, недостатки есть в той или иной одежде. И, в общем-то, давайте приступим. Всем приятного просмотра. И первую вещицу, которую я хочу показать вам, находится на мне. Это костюм, спортивный костюм. Кстати, скажу, что я уже в своем гардеробе имею, наверное, штук 5, если не больше, костюмов с сайта Shein. Все костюмы я активно использую, многократно уже стирала. И по поводу качества никаких претензий у меня нет. Костюм состоит из такой толстовочки, блузки, футболки. И в комплект к этому всему делу идут вот такие вот штанишки. Чего я не ожидала увидеть, так это качество ткани, которую в этот раз я получила. Я почему-то ожидала увидеть ткань, подобную моему костюму из предыдущих моих видео. Кстати, тоже в конце этого видео я оставлю ссылку на ролик, который вы можете просмотреть. Кстати, на моем канале огромное количество обзорных видео касательно китайских сайтов. И на своем канале, конечно же, я с огромным удовольствием рассказываю, где можно купить вещи действительно достойного качества и за приемлемую цену. В общем, не ожидала я увидеть именно вот такую ткань. Сами штанишки выглядят вот таким образом. Качество отличное. Имеются шлевки для того, чтобы вешать на вешалочку. Ткань сама тонкая, в общем-то, не такая плотная, как на предыдущих своих костюмчиках я вам показывала, но очень хорошее качество трикотажа, и я думаю, это даже хороший момент, то, что ткань имеет такую более облегченную фактуру, потому что она, вот этот вот костюм предназначен для, думаю, более жаркого времени года, вот в летний период этот костюмчик будет самое то. Штанишки укороченные, они не длинные, на мой рост 1,58 м, они выше щиколотки, я думаю, что этот костюм отлично подойдет высоким девчонкам, потому что именно длина предполагает быть завышенной. То есть высоким девчонкам она классно будет, вот эта длина. И длина рукава тоже вот таким образом выглядит. То есть, девчонки, длина руки и длина ноги, смело заказывайте этот костюмчик, он вам подойдет. Костюм этот у меня в размере М. Все швы аккуратно прошиты, никаких нареканий по поводу качества нет. Сами штанишки на резинке. И продета такая черная шнуровка, которая очень классно сочетается с этими лампасами, которые идут не по краю, не по боковой части, а именно по центральной части этих брючек. Внутренняя часть, сторона этих брючек хорошо обработана, никаких претензий и нареканий нет. Что касается состава, 97% полиэстер и 3% спандекс. Состав хороший. Эластичная ткань, трикотажная, облегченная такая фактура. Сами штанишки по размеру мне подошли идеально. Это
платье туника. Для девчонок высоких это будет туника, для девчонок моего роста это будет платье. И в том и в другом варианте она выглядит классно. Я, честно скажу, в обзорах у девчонок вот это платье именно видела, но почему-то у меня впечатление складывалось не то, которое вот у меня на момент получения от этого платья я получила. В общем, таким образом она выглядит так же, как и на картинке, эта туника. Единственный вопрос у меня опять-таки по поводу самой ткани. Я ожидала увидеть ткань более худшего качества. На самом деле ткань оказалась более лучшего качества, очень даже похожа на натуральный шелк. Конечно же, это искусственный шелк, но ощущение такое, что определить сложно, вообще практически невозможно отличить от натурального шелка. Она, ткань сама это мягкая, воздушная, легкая, к тому же она не просвечивает, сама вот эта вот туничка, и довольно-таки плотное само плетение вот этой ткани, но ткань эта имеет слегка вот блеск при повороте, при движении она отсвечивает, и вот эффект, как вот есть у шелковых платков, тот же самый эффект. Даже сам крой вот этой туники выполнен в таком стиле, как бы это выполнено из шелковых платков. Вот этот вот квадрат с огурцами. И мне очень нравится сочетание этих цветов. Камера передает правильно. Это сочетание темно-синего оттенка, такого вишневого, красного. И есть вкрапление серых тонов. В общем, расцветка отличная. И я думаю, что в летнее время, вот имея такую вещицу, можно, конечно, выглядеть супер. Какие-то, может быть, балетки под эту тунику платья подойдут. Также и каблук будет здорово смотреться. По поводу шитья претензий никаких нет. Вещица мне эта пришла хорошо упакованная. Никаких вопросов по поводу качества. Все аккуратно прошито. Тунику платья это заказывала я в размере М. Тоже мне подошло это платьице идеально. Думаю, если бы я заказывала на размер поменьше, то вот это вот впечатление легкости было не таким явным. Я все-таки люблю летом, когда вещь легкая, когда она свободная, когда есть пространство между одеждой и телом, и когда есть вот это вот ощущение свободы и именно воздух вот этого всего. Классно. Туника очень понравилась. И порадовало меня то, что она имеет карманы. Карманы на таком уровне вполне подходящим как и для платья, так и для туники. Эту туничку можно примерять. Я уже попробовала и подобрать ремешок. Можно и тоненький ремешок подобрать. Можно и какой-то толстый ремень подобрать. Тоже будет здорово. Today we close to pray. Таком уплотнительном каком-то материале, и вот таким образом длина 3/4. Я когда в примерке попробовала его примерить на себя, подвернула вот этот вот рукав. Ну, конечно, вот длину рукава можно регулировать, это тоже плюс. Поэтому вот эта вот универсальная вещь, вот это, кстати, туничка классно будет и с какими-то черными лосинками, с балетками. В общем, я вижу эту вещь во множественных каких-то вариантах.
И, девчонки, рекомендую. Вот само качество ткани, сам материал вот этот, он на лето будет просто изумительно выглядеть. Думаю, что и в каком-то пляжном аутфите тоже классно будет вот это вот выглядеть, платьице где-то на отдыхе. Но зависит от того, какой размер вы себе подберете. Я вот брала размер M побольше, и на мне он выглядит так вот прям свободненько. Я, кстати, видела фотографии девчонок, которые более крупного размера, и вот эти вот платья-туники на них выглядят прям как тунички, прям с джинсами, тоже классно выглядит, тоже мне аутфит с джинсами понравился. Но там девушка была высокая, и вот это вот платье, оно на ней прям как удлиненная блуза выглядело, и с джинсами, ну тоже здорово смотрится. Плюс такой, что девчонкам высокого роста вот это вот платье-туника тоже подойдет. Мне очень вот это вот понравилась вещица. Так что рекомендую для лета самый такой классный вариант. Вот так вот. Следующую вещицу, которую я хочу показать вам, относится уже к такой пижамной теме. Я уже заказывала на сайте Shein пижаму. Девчонки, кто видео моей не видел, еще оставлю ссылку, можете посмотреть. Пижамку я заказывала такого изумрудного цвета. До сих пор она мне служит верой и правдой. Ткань там отличная, бархатная. И, в общем-то, захотелось мне что-то типа пижамки, но уже более облегченного варианта на такое летнее время. Нашла я на этом сайте классную пижамку. И выглядит она вот таким вот образом. Несмотря на то, что ткань вот эта вот плюшевая, она на синтетической основе, и она довольно-таки комфортна на теле. Я почему заказала, не побоялась именно заказать вот именно плюшевую вот такую вот вот такой вот комплект, вот такую вот летнюю пижамку, потому что уже знакома вот с этой тканью, и она меня радует, мне она нравится. В общем-то, ничего страшного нет в том, что изнаночная сторона вот этой ткани синтетика. Вот такая пижамка летняя пришла ко мне, и давайте рассмотрим поподробнее. Я, конечно же, хотела, чтобы размер этой пижамы был свободный для того, чтобы чувствовать себя во время сна комфортно. И я угадала, прям попала в самую точку. Размер M у меня у этой пижамки. И, конечно же, на себе я покажу, вставлю, как это все на мне выглядит. Выглядит она просто изумительно. Все швы аккуратно прошиты. Сама вот эта черная вставка из ажурной ленты тоже аккуратно вшита. Спинка не украшена вот этой лентой черной. Думаю, это абсолютно ни к чему. Регулируемые лямочки, что меня порадовало. И отличная обработка всех швов. Внутри тоже все аккуратно-аккуратно прошито. По составу 92% полиэстер и 8% спандекс. Очень хороший состав. Я люблю, когда в состав ткани входит именно спандекс. Это говорит о том, что вещь имеет эластичную фактуру. И в ней вы, как правило, будете себя чувствовать комфортно. Она не будет стягивать, не будет сдавливать. Как это часто бывает из вещей, скажем, из атласной ткани какой-то жесткой. Тоже у меня были подобные пижамы. И как бы вид имеется отличный, но комфорт при этом немножко страдает. Вот что касается этой пижамки, все отлично. Единственный неожиданный момент — это касательно цвета. Вот на самом сайте вот продавца цвет вот этой пижамки розовый, прям вот розовый, такая расцветка припыленной розы. В реальности это оттенок скорее близкий к бежевому, но что не умаляет, как говорится, самого внешнего вида, внешний вид от этого не страдает. Я думаю, что даже более какой-то благородный и дорогой вид у этих сочетаний вот появляется, то есть бежевый с черным — отличный вариант. Интересно, конечно, прошиты сами вот эти вот шортики. Шорты вообще супер. Я, конечно, переживала на тему того, чтобы влезть мне в какие-то шорты, и чтобы они были комфортные, нигде не стягивали. И, в общем-то, с этой задачей я справилась. Идеально подошли мне эти шорты, именно размером, еще раз повторю. Классные шорты, широкая резинка, мягкая. Сама резинка имеет дополнительно шнуровку, вы можете подтянуть, если вдруг вам хочется немножко уменьшить размер талии.
выполнены они вообще здорово. Здесь вставка таким образом выполнена, что есть эффект, как бы это юбочка. Догадаться, что этот костюм был куплен на китайском сайте. Девчонки, присмотритесь. Вот этот комплект я очень вам рекомендую. Единственное, что хотелось бы, конечно, в какой-то другой еще расцветке. Мы, девочки, любим, когда есть из чего выбрать. Но там этот комплект вот в одном таком цветовом решении. Ну, думаю, ничего страшного нет. Даже это является каким-то плюсом. То, что... Но ткань прям мягонькая, классно, конечно, комплект, девчонки, рекомендую, посмотрите, ссылки оставлю на те вещи, которые я вам сегодня показала. На сегодня все, мои дорогие, надеюсь, что обзор вам понравился. Если у вас есть какие-то вопросы касательно состава, размера, может быть, что-то непонятно было сказано, но я с огромным удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, пишите. Те вещи, которые сегодня я получила с китайского сайта Shein, мне они очень понравились, это, конечно же, не в качестве рекламы, я... Как бы свое мнение не выражала, все равно сотрудничество с этим сайтом у меня будет продолжено. Но то, что мне понравилось, я, конечно же, честно вам говорю, что мне действительно вот это вот понравилось. Если бы мне что-то не понравилось и какие-то вот вопросы, нюансы по отдельным каким-то моментам у меня возникают, я обязательно вам говорю. Вот, касательно вот этого костюма, я сказала, что ткань более тонкая, будьте готовы к тому, что это костюм больше подходит для какого-то летнего времени года, то есть для теплого какого-то межсезонья, возможно, это для походов в спортзал, для того, чтобы ходить дома, заниматься спортом, ходить по магазинам, в общем-то, такой костюмчик классный, рекомендую. По поводу туники, нюанс такой, что есть варианты носить эту туничку как платье, как тунику, все зависит от вашего роста и от вашего желания, от того, как вы видите свой внешний облик, вот от этого зависит. Тоже мне нравятся вещи, которые такие многоплановые, то есть можно с ними поиграть, и можно пофантазировать, и в зависимости от настроения можно немножко так поиграть с вещью. Я очень люблю вот этот вот момент. И что касается вот этого костюма. Костюм рекомендую, тоже классный для того, чтобы комфортно себя чувствовать во время сна. Думаю, вот подобные вещи, если покупать в магазине, они, конечно же, будут гораздо дороже стоить, поэтому присмотритесь, зачем платить больше, когда можно подобрать. К тому же, есть видео, есть блогеры, есть девчонки, которые рассказывают о тех или иных вещах, и с легкостью можно определить, нравится вам это или не нравится. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.